А ну что ты скажешь на это, мать твою, блин, снесло. Ну что? Всем доброго здоровья, всем приятного аппетита, сейчас кушать с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Сегодня будет крутая игрушка под названием... Web. Да, в общем-то это демка, но суть в том, что вы будете играть паучком, который может плести паутину, и вы по ней можете перемещаться. Спайдермен! Да, это Спайдермен начало. В общем, вы можете, как видите, клево прям перемещаться, строить огромные сети своих паутин, ловить потом мух, выполнять задания, короче, паучье RPG на месте. Паучье чутье мне подсказывает, что да. Это тот паук, который укусил, да, Паркера. Добираемся до лаборатории или университета. Есть здесь обучение, и как раз говорится, есть опасные, ну, так скажем, места. Я не знаю, будет ли она потом на русском языке. Ну, я поняла, нужно аккуратненько да, то есть проплести нужно как след... Ой, наверное, нехорошо я сделал. Так, давай сначала залезем, да, сюда. И мы сначала одну точку показываем, потом куда приземлиться. Сейчас, секундочку. И вот, допустим, вот. Тихо. И давай сюда. Во, нормально, да? Наверное, спустимся или заденем. Давай их стянем. Слушай, я могу? Да все, нормально. А, нормально. Спайдермен, Спайдермен, да пофиг. Ой, я улетел куда-то. Все. О, стой. Это было далеко не мягкое приземление. Фух, блин. Так, ладно. Что у нас здесь есть? Лыжник спас. А у нас еще есть лазеры. Что? Нажимайте Е. Могут разрушать. Точно Спайдермен. Блин, сейчас бы бревно меня расшило. Так, ладно, и пошли. И все, на этом бы твои приключения закончились. Смотрите, здесь какой есть прикол. Сейчас мы... Опа, попалась, которая кусалась. Сейчас то мы есть все... это прям вот реально симулятор паука. Симулятор паука. Сейчас мы всех тут переломим в этой... Ам-нам-нам. Ну давай, ам-нам-нам. Что происходит с тобой? А не знаю, просто ем. Вроде как что-то обещали какую-то эволюцию, но ее пока можно дымить. Ну, хеллоу, чувак, рад тебя видеть в своем деревушечке, деревья. Вот, делай, что хочешь, чувствуй себя спокойно, плетя свои сети. Чувствуй себя как дома, да, все правильно было сказано. А, ну, мы, собственно, так и собирались делать. Ого, без твоего разрешения, точнее, оно и ничего не бы, да, и не изменилось. Так, ладно, здесь, я так понимаю, практически открытый мир. Я куда хочу, туда лечу, верчу. Куда мне вообще... А вот эту штуку можно разрушить. Блин, некрасиво, конечно. О, дырень какая-то. Управление. О, стоять. О, муха. Не уйдет. Ну давай. А как это? It's impossible. Стой. Мы могли ее на ходу сожрать. Стой, муха. Две мухи. Она здесь, она застряла. Походу, не видно было страшных кадров. Это что такое? Мы собрали какую-то... Пыльцу. Пыльцу, да. Так, ладно, я не поговорил здесь. У нас, кстати, задание, видите? Сказать привет всем друзьям вашим. Здорово, товарищ. Да, комрад. Ну, в общем, закрытое. Никаких посетителей. Ага. Фига у них тут металлические перегородки, я вам скажу. Огненные муравьи, ну, красный... это вот те, которые... Да, собираются напасть. Ночь... Ой, красные муравьи просто. Ага, решили. Ну-ка, погоди. Я не хочу с ними встречаться, учитывая, он считается, что как, муравьев типа, привет обычно много. Я думаю, да, что ты с ним погоди, просто... Погоди, что-то он сказал. Если вы увидите потерявшегося работника, принесите домой. Поможете ли вернуться это сделать? Ага, все окей. Ну ладно, будем искать. То есть это значит, что мне почему-то гуси... Наверное, сюда принести. Но мне почему-то все это... Напоминает. Да, я не знаю, задание ну, тоже... Здесь, да, опа! Такие... Вот это ты попал, подруженька. Миш, стой, это все. Сейчас еще это... Да ты иди просто все. И жри ее. Ого, аж оборвалось. Ладно, Спайдермен. Сердечко Спайдермен. У нее оборвалось. Ой. Сейчас. О, стой, погоди, а могу я здесь? Блин. Зацепись эту за зеленочку. Во. Листик. Блин, хотел... Да мне туда бы вот... Дорогу... О, сделал, о! Да? Все, да, получилось. Отлично. Мостик мой, личный теперь здесь. Так, здесь надо наверх, наверное. Если тут еще кто-то здесь... из бортанов-то.
О, надо с ним, это, слушай, надо с ним поздороваться. Так пойти. Вот я и стремлюсь. Ого! Ничего себе! У нас еще Зельда, ё-моё. Тихо, ой, зачем? Оборвал мост. Сейчас построим новый. Не вопрос. Бюджет есть. Деньги есть. Вот, все. Можно... Блин, где бы еще закрепки сделать? Да нормальный так. Блин, круто, на самом деле, механика. А, кстати, ну, без... Нам Опа! О, ну все. Иди сюда. Захаркал, иди к папочке. Просто. Стоять, крутить фонарики. Стоп. Ты... Смотри, она нас носит. Я ее съел, это нет? Цензура называется. Я не знаю. Наверное, съел. Да съел чьи. Уи! Здорово, маленький паучок. Ну, такой уж и маленький. А, можешь мне... Ну, как раз вот пыльцу собрать немного. Пять штук. Пять. Эй, это не та муха. С красных орхидей. С красных. А те были какие? Ой, красных, сказал. Ну, с орхидеей, что красный. А вот у нас одна есть. Ему, одна или есть. Ему надо сразу все принести? Наверное, да, Юль. Типа выпал. Опа, это тот муравей, наверное. Его нужно привести. Блин, сколько мух. Так, ладно. Наконец-то, дружественное лицо. Да. Честно, я не уверен, как что-то. А не здесь помню, оказался, что-то. Да. Пить надо меньше. Поможешь мне вернуться? Угу. Хорошо. А как я его вот? А, может, его надо к себе. О, смотри! Пошли. Стой. Класс, слушай. Чувак, никто не говорил, конечно, что это будет. Куда ты его потащил? Все нормально, прям. А он сам уже как будто, да? Прям к бате сейчас придет. Ну чё, спасибо, то, что ты меня домой. Я не забуду. А ты что скажешь на это? Вон, видишь, задание выполнено. Ну всё, ну всё, ничего. Все равно. Он такой, это не отменяет того, что сюда нельзя. По блату пустите. Видал, как красиво? Да, я вижу. Можно прям реально вот паутину. Вот Пулькимиш тоже так ходит, развлекается. Ой. Ну пусть ну левитирует. Ну все, теперь он здесь умрет. Фу, щем, фу. Так, опа. О, та-да-да-да-да-дам. Как, знаешь, в хорроре просто. Нам. Все, 6 штук уже съели, чё, я не знаю для чего. Что это дает? Не знаю. Может, тебе цифру нужно, 6 дали. Типа, всех собрать, так, у сожрать. Нас... Ай, больно, наверное. А, нам нужно найти вот эти растения. Ай! Только, да. Я так понимаю, это надо дерево как-то... Облететь, что ли, или чего? Ну, я не знаю, там вон дырка еще была с муравьем. Пойдем там посмотрим. Эх, нифига себе тут. О, вот еще одна. Так, две у нас. Значит, они не только на земле растут. Уи! Оу! Еще кто-то. Тихо! Стоять. Так, сначала куда пойдем-то? Да я вот пытаюсь... Да, хороший вопрос. Сначала за цветочком? Спайдермен. О, так, сейчас попытаюсь до той мухи добраться. Ща. Ну вот, мы, короче, пока летали, тут все потеряли. Вау. Ой, я в старую локацию прилетел. А мне нужно... Стой, где тут эта муха? О. Здорово, охотник. Я летающий лорд. У тебя клычки слишком маленькие, чтобы меня скушать. А вот это я уже не могу сказать. Какой-то мушиный язык, ребят, не знаю, что там написано. Да, что-то с усиками там. Ну, в общем, потрындим об этом. Но это, наверное, тоже засчитается с кем-то, то, что я поздоровался. Думаю, а кто я еще, да. С кем я не общался-то, получается? Чувак. Beautiful. Да, ты с ним разговаривал. А, все, я со всеми пообщался. Тебе мне надо именно, видишь, пыльцу. Цветочки, да. Он где-то здесь был. Собирать. Прикинь, какие ленивые мухи, это, точнее, пчелы тут. Это вообще. Вот давай отсюда, вот отсюда. Ого, переплел. Все, мы выходим на охоту, ё-моё. Вертолет. Никак не могу забраться. Возможно, в дальнейшем эта механика пригодится на цветочке. Мне кажется, здесь еще враги. О, вот это тот или не тот? Да. Мне кажется, как будто еще. Все тот, смотри, мы не собрали. Не, я имею в виду, еще был как будто здесь где-то. Мне показалось. Нет. Нет, наверное, здесь ничего не было. Ай, не расшибиться бы. Возможно, нам теперь направо. Опа! Приземление. Приземляемся, да. Идет стыковка с землей. Так, мы еще вправо стороны. Нифига себе я тут. Так, вот как раз там снизу цветок, о, здесь мы мост. Были. Опа, дратути. Единственное, сейчас... Нет. Нет. Оно, видишь, того вплело просто, она была звеном, а тут она вляпалась уже в готовую композицию. Все,
все понятно. Чик-чик. Так мне легче будет. Чик-чик. Так, хотел вот так сделать. Так. Могу ли я здесь? Прям мастер. О! Шикаго просто. Как и пауки, мне кажется, можно наверх, да. Все, давай залазь сюда, чувак. Надо все исследовать. Так, сколько нам осталось еще? Еще два. Два, ну чуть. Еще две пыльцы, точнее. Вот здесь проход явно не... Вот здесь муравей был, я помню. О! Еще одна. Прям приземлились. Может сюда вниз проверить, нет? Сейчас проверим. Нет, чекнем. Здесь... Наша паутина, но здесь ничего нет. Пойдем может, выше. Может, снизу нету здесь? Ну, давай чекнем. Ну, просто, ничего, чтобы сложно, уж не возвращаться. Что... Ну, здесь мух, по-моему, вот эта, пчела, точнее. Вот к ней как раз и надо принести. Да, да, да. Да. Ну, давай, может, мы смотрим. Может, прямо на самом верху. Так, здесь тоже ничего нет. А, по-моему, снизу, да, какой-то брали еще, нет? Так взяли. Вот здесь тонкий туннель. Пять штук. Перфекто. Камбэк мы сбили. Всех сбили. Пылинку нашли. Блин, эту надо пыльцу, точнее. Немножко облаготворить, точнее, облагородить муху. Миш, ну, может, для тебя одно и то же. Из одного места. Я паук простой. Нам надо самый край. Вот сюда, по-моему, её. Он такой, не выручишь мне край. В общем, это те... То о том, что я просил. Фантастика! Спасибо за помощь. Это небольшой... Подарок, что ли? Угу. Что это? Скейт? Ты можешь его, наверное, перевернуть? Блин, все. Жесть. Надо именно зацепиться, чтобы он не упал. Он лапкой отталкивается. Да. Жесть, ты можешь прям по своей паутине. Не, паутине не могу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стой, не, нет. Мы не можем потерять. Трюк, видали какой? Опа. Подарок. Нифига себе. Ну, мощное, я могу тебе сказать. А что дальше? У нас все задания-то выполнены. Может быть, это конец? Я не знаю. Я больше тут ничего не видел. А где муха, цокотуха, точнее, вот эта пчела. Она там... улетела туда, на ту сторону. Ну, и сказала, стена. Что, возможно, с тобой свидимся. Странно. Ну, в любом случае, мы достаточно показали. Будем ждать полную версию, ребят. Да. Пишите, как вам эта игрушка и ждете ли вы ее на релизе. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока.